Всем привет! Добро пожаловать в психушку! Вы смотрите уже 18-ю серию. У нас утро, как обычно, мы начинаем нашу серию с утра. И давайте приготовим еду нашим пациентам, наше любимое блюдо. Давайте приготовим сосиски с фасолью, пусть просыпаются, кушают. У нас пока еще сонное царство, но потихонечку уже, по-моему, Врухтан здесь спал, и он проснулся и пошел, занял трон, свой второй трон. Сидит, что-то сам себе рассказывает. И мухи вот такие вот летают над унитазом. Врухтан, наверное, тебе это не нравится, ты бы взял и почистил унитаз, но сегодня царь не в духе и чистить ничего он не собирается. Джим рассказывает что-то Рубчику, Рубчик кушает блюдо, кстати, блюдо, приготовленное Джимом. Джим говорит, наверное, задобрить решил Рубчика, говорит, угощайся, Рубчик, я тебе сегодня приготовил макароны. Но Джим у нас злодей, возможно, здесь какой-то подвох, и может быть он какую-нибудь гадость подсыпал ему в макароны, например, пурген или еще что-нибудь, потому что от Джима чего-то хорошего ожидать очень сложно. А чипсы решил скушать Брухтан, он решил, что он не поддастся ни на какие интриги, не будет он есть наши сосиски с фасолью и не будет кушать еду, которую готовит Джим. Мы достигли навыка в кулинарии, да, теперь мы можем, Юля теперь умеет готовить торт конфетти и чили. Еще она теперь умеет делать новые интересные трюки. Да, ну это надо будет посмотреть, когда мы будем готовить, какие трюки теперь мы умеем делать. Я бы хотела вообще с кем-то пообщаться, но как-то видите, наши пациенты не совсем хотят с нами разговаривать, поэтому придется нам позвонить сейчас кому-то. Вот здесь, кстати, кучка лежит, нужно бы ее на детали разобрать, и нужно вообще сходить в туалет, потому что малая нужда через 3 часа. Да, сейчас нужно сходить в туалет, и смеется Джим, нам здесь плохо, он это увидел, что в плохом мы настроении, и решил поржать. Вот такой негодяй, но вот взял наше блюдо и ест. Посмотрим, как оно на тебе отразится. Кушай, кушай. Приятного аппетита. Да, сейчас пойдем в туалет, а там сидит Рубчик, так что лучше подождать. Да, давайте позвоним. У нас есть подружка по имени Валентина, мы можем пока с ней поболтать немножко, и потом уже пойдем в туалет. Брухтан, как обычно, напевает свои песни, да, про королей, он у нас король. И нам осталось, напоминаю, достичь 10 уровня в навыке логика, мы уже почти достигли 8-го, сейчас мы немножко повысим общение, еще мы сходим в туалет и тогда уже отправимся вновь в обсерваторию, чтобы просидеть уже, я думаю, там до конца дня, ну или как получится, потому что нужно уже, собственно, заканчивать челлендж. Вообще челлендж, ну, у меня получился относительно долгий, то есть это уже 18-я серия, мы до сих пор не выполнили мечту жизни. Так, немножко мы повысили общение, сходим в туалет и пойдем в телескоп. Я вот смотрела, что многие видео, ну, намного быстрее выполняют челлендж, ну, в смысле, выполняют мечту жизни, там, за 10 дней, за 9, за 11, а я как-то довольно-таки намного серий растянула, потому что мы, во-первых, картины рисовали, не так мы сильно прилагали усилия, чтобы выполнить жизненную цель. И вы посмотрите, наш Брухтан оделся в свои царские одежи. Брухтан, что это значит? Ты сегодня решил какой-то указ издать или с подданными пообщаться, пока он играет в игру? Ну вот видите, одел свой второй вариант одежды и, наверное, будет нас радовать сегодня чем-то. Сидит какая-то со странным выражением лица Лия и что-то рассказывает Джиму. Джим, кстати, чем-то недоволен. Джим чем-то недоволен, покормил он Рубчика. Рубчик наелся. Наелся его макарон и заснул. Может быть, в макаронах было снотворное, потому что Рубчик вот сел на трон и заснул. Это он, наверное, специально подсыпал ему что-то, чтобы Рубчик заснул прямо на троне. Вот, и Брухтан потом на него накричал. А Брухтан в своих царских одежах пошел, конечно же, чистить унитаз. Ну вот правильно, зачем чистить унитаз в шортах и в майке? Нужно одеться покрасивее, и тогда уже приступать к этому очень важному делу. Да, это очень важное дело, почистить унитаз. И он не доверяет это дело больше никому, только сам. А Джим, наверное, хочет зайти в обсерваторию. Что случилось? Джим хочет болтать. Джим, не будешь ты с нами болтать. Юля чувствует себя уж очень неудобно. Ага, это из-за грязи. Давайте разберем на детали вот этот мусор. Оказывается, мы просто не можем зайти даже в телескоп из-за того, что здесь у нас куча мусора. Нужно обе эти кучки разобрать, и тогда, может быть, кто-то соизволит и выбросит их, потому что иначе как-то симы сами не хотят их выбрасывать. Нужно именно разобрать их на детали.
Так, давайте тогда разберем, и, может быть, пройдет этот дискомфорт, плохое окружение и отвратительная сантехника. Какая гадость, водопровод засорился. Так, все, мы грустные, теперь недовольство сменилось грустью, но я так понимаю, что грустным можно заходить в телескоп и рассматривать звезды. Так, Джим решил отжаться, вот упал и начинает отжиматься. Джим, лучше бы ты нагнулся и поднял вот эти кучи, тоже было бы полезно тебе для фигуры. Так, спит у нас до сих пор Рубчик, видимо, точно в тех макаронах было какое-то снотворное, Джим сыграл с ним нехорошую шутку, и наш Рубчик уснул прямо на троне. Проснулась Анжелина, тут же испортила воздух. Анжелина, ты будешь бегать на беговой дорожке? Она не знает, чем ей заняться, то ли пойти покушать, то ли пойти побегать. А Бурухтан идет, главный наш, он, наверное, решил убрать кучки. Вот молодец, смотрите, он их убрал прямо через заборчик. Вот так вот раз и убрал кучку, молодец. И вторую, вот что бы мы без тебя делали? Вот зачем он надел свои царские одежи. Он одел их, чтобы почистить унитаз и чтобы выбросить мусор. Вот самый главный наш... помощник, самый главный, он никому не доверяет вообще такое дело, как уборка королевства, потому что никто с этим лучше короля не справится. Молодец, выбрасывай мусор. И еще было бы хорошо, если бы ты что-нибудь... А, вот еще у нас кучка, ее нужно разобрать на детали. Да, вот жалуется Анжелина, а разобрать ее сама, видимо, не может. И еще раз испортила воздух. Анжелина, ты что, Рубчик услышит, и ему это не понравится. Кстати, мы вот снимочек сделали, давайте его продадим. А, уже денежка, 439 симолеонов у нас. Да, потом позже мы разберем эту кучку на детали, чтобы все могли все поубирать. Анжелина тоже решила помочь нашему Бурхтану и выносит мусор, который он выбросил в ведро со второго этажа. Так, Лия решила подкатить к Рубчику и говорит: Рубчик, а почему ты там спал в зале, на тронном зале? Ты как-то странно себя ведешь, ты не пьяный? Вот, ну Рубчик и обняла его, говорит: не печалься. Рубчик говорит: нет, я, говорит, какую-то еду странную съел и сразу же заснул. Вот, это ему Джим что-то подсыпал туда, какую-то гадость. Вот, и почему-то снотворное решил Джим подсунуть, а тут на заднем плане у нас набивает свой желудок Вайлет. Вот никак она без тарелочки, обязательно кушает, 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 и потом это не я, это кто-то другой все поел. А куда девается еда, непонятно. Так, Бурухтан решил все-таки скушать сосиски с фасолью. Да, правильно, это блюдо очень вкусное, полезное, кушай, для тебя же специально и готовили. Вот, мы достигли 8 уровня в навыке логика. Юля теперь может собирать образцы кристаллов и анализировать их под микроскопом, также она может предлагать разумные решения расстроенным персонажам. Ага, то есть если кто-то из нас расстроен, а расстроены у нас обычно Рубчик или Микки, потому что они угрюмые, то мы можем предложить им решение, но, к сожалению, нам общаться с ними нельзя, поэтому... воспользоваться мы не сможем этой способностью. Смотрите, Лев фотографируется с Микки, нужно обязательно это заскринить. И на заднем плане у нас с едой такая Вайлет сидит. Да, интересно, почему они решили сфотографироваться. Лев, наверное, говорит: Микки, нам нужна совместная фотография. Вот, по-моему, уже делал кто-то совместную фотографию, я уже, честно говоря, запуталась. По-моему, с Джимом у нее была. Она решила, наверное, с каждым вообще Симом. Вайлет, ты прям это сделала перед Микки. Давайте посмотрим на выражение лица Микки. Ну, Микки вообще, он, по-моему, влюблен в Вайлет, и его это нисколечко не смутило. То, что Вайлет прям вот так вот перед ним испортила воздух и пошел такой довольный, думает о том, какая она красивая. Вот что любовь делает с Симами, что они даже ничего не замечают, что происходит вокруг. У нас сломан телевизор. Чинить я его не хочу. 137 всего лишь симолеонов, то есть 138, чтобы его починить, это не так уж много, поэтому лучше заплатить и починить. Ой, то есть, ну и заменить. Бурухтан у нас убирает тарелку. Кстати, кушала-то Вайлет. Вайлет поела, поставила тарелку сюда себе на тумбочку и завалилась спать. А убирать-то, пожалуйста, король убирай. И король тоже у нас делает то же самое, портит воздух. Ну давай, ты уже у нас убрал две кучки, ты унитаз почистил. Убирай вот эту вот кучу. Он увидел Вайлет, он нас
кокетливый, был кокетливый, сейчас уже не кокетливый, наверное, решил с ней что ли пофлиртовать. Ты же говорил, Бурхтан, что тебе нужна королева какая-то особенная, а сейчас он, наверное, в размышлениях подумал, может, мне правда с Вайлет познакомиться поближе. Ну, думай, думай, Бурхтан, лучше бы ты, конечно же, еще и выбросил эти тарелочки. Но нет, видимо, эти тарелочки он выбрасывать не будет. Кушают дальше, продолжают кушать сосиски с фасолью Микки и Анджелина. Нужно будет им еще приготовить это блюдо. Мы продолжаем рассматривать небо, и у нас уже пока только 7% до 9 уровня, с 8 на 9. В этой серии вряд ли, конечно, мы получим 9. Наверное, это займет пару серий. Ой, какая большая гора посуды. Давайте сделаем такой скрин красивый, как наш Бурхтан в царской одежде выносит вот такую вот гору. Ну, ты молодец. Молодец, где ж ты такую гору-то набрал? Это точно. Это после завтрака в нашей психушке собралось столько много посуды. Вот и Бурхтан молодец. У нас сегодня в царской своей одежде решил все перемыть, чтобы было у нас чисто-чисто, да? Ты будешь бить тарелку или нет? Он иногда тарелки у нас разбивает. Но сегодня он, видите, одел царскую одежду, поэтому он не настроен разбивать и бить посуду в нашем царстве. Вот сегодня у нас будет все хорошо, потому что он одел свою такую вот классную одежду. Так, Микки пообщались с Анжелиной, покушали и решили тоже вдвоем помыть посуду. Как же они будут это делать? Еще раз испортил воздух Микки. В общем, блюдо действует. Кстати, осталось, интересно, хоть одна порция? Нет, они все съели. Наши психи все до последней порции все покушали. И Бурхтан решил пококетничать с Лией. Говорит, Лия. И что-то хотел ей сказать, а потом передумал и пошел, наверное, нет, лучше я пококетничаю с Вайлет или вообще уберу книжку. Ходит, смотрит, не знает, какую королеву себе выбрать. Бурхтан, ты вообще, мне кажется, такой сложный у тебя характер. Не тебе придется выбирать, а тебе придется вообще, наверное, довольствоваться тем, кто с тобой согласится быть. Хотя он, конечно, считает иначе. Анжелина почему-то что-то тут накричала на Рубчика, а потом они вместе посмеялись. Видимо, это была шутка какая-то. И кокетничает Микки, да. Что-то у нас тут... А, у нас кокетничают все, кто находится в этом зале, потому что в тронном зале, потому что у нас здесь кокетливая картинка висит. Микки, второй или третий раз, да что ж ты делаешь? И тут же обнялся с Лией. Вот это да. Видите, Лию совсем не смущает, что Симы портят воздух. Она готова с ними обниматься и говорит, Микки, давай ты выложишь в интернет тоже нашу фотографию, чтобы все знали, что мы с тобой лучшие друзья. Микки на нее смотрит такими глазами и думает, нафига ну тебе надо, что ты ко мне пристала? А Микки вообще думает про тучку, про дождь, он у нас грустный. Да, угрюмый у нас Микки. Вайлет идет, странно, почему-то без еды. Вайлет, где твоя тарелка? Решила, наверное, что уже наелась и пока кушать не собираются. Не собирается. Да, у нас здесь, конечно, я знаю, ребята, у нас здесь куча мусора, никому она не нравится. Но пока мы заняты, пока мы в телескопе, как только мы выйдем из этого телескопа, мы обязательно ее уберем. Читает книжку Вайлет, Полька Пиццикотта. Почему, интересно, не любовь и бутерброды? Наверное, она шифруется и не хочет показывать вообще, о чем она думает. Вот, почитал, открыла, значит, книжку, посмотрела в нее и закрыла. Ну, понятно же, что она не читала. Вот зачем, правда, только книжку было брать? Мне вообще нравится, что наши симы постоянно ходят с этими книжками туда-сюда. Вайлет начинает приставать к Ли и говорит, Лия, говорит, я, говорит, видала, что ты общаешься со всеми и обняла ее. Говорит, ты себе друзей заводишь, почему ты со всеми общаешься? Это как-то странно. Тебе что, все сразу 4 наших мальчика нравятся? А Лия говорит, ты что, дурная, что ли? Нафиг они мне нужны, все 4? Я хочу выбрать самого-самого. Но выбрать самого-самого очень сложно. Да, и лучше бы ты выбросила, наша Лия, мусор. Да, что-то пованивает кто-то, или кто-то воздух испортил. Я смотрю, что они уже давно общаются, Лия с Вайлет, уже вторую серию. У них какое-то такое странное общение, подружками что ли стали. То в прошлой серии Лия говорила Вайлет, что она толстая, в этой серии вроде они даже обнялись, и все у них стало хорошо. Так, смотрим мы, конечно же, спортивную передачу, что же иначе. Бурхтан что-то такое интересное рассказывает наша Анжелина.
Анджелине, по-моему, он просит, чтобы Анджелина стала нашей стражницей, потому что он говорит: «Анджелина, я видал, говорит, ты лучше всех, у тебя лучшая физическая форма в нашем королевстве, а мне нужен персональный телохранитель, потому что ты видела, какой я стал уже популярный царь, да, и я боюсь, что на меня будет покушение совершать, потому что меня уже даже хотели отравить». В общем, Бурхтан очень обеспокоен своей личной безопасностью, поэтому назначил Анджелину своим телохранителем, чтобы никто его не утащил и никто его не обидел. Да, он, наверное, подозревает, что кто-то хочет его обидеть и отравить. Да, потому что отравление — это уже несколько серий у него навязчивая идея, прям мания. Бурхтан, я очень надеюсь, что ты вылечишься к концу челленджа, и такие мысли тебя посещать не будут. Анджелина поняла, что да, она будет телохранителем, но нужно немножко сделать такую разминочку, в общем, поддерживать себя в форме, чтобы быть в хорошей форме, чтобы, в общем, все было у нее подтянуто, и чтобы она дала в любой момент отпор любому врагу. Вот если вдруг на Бурхтана нападут стая зомби, то она сразу же с ними разделается. Говорит: вот вы мне еще гантели, почему в этом королевстве нет гантелей? У нас есть только беговая дорожка, поэтому она на ней только и занимается. Рубчик у нас достиг уровня в навыке комедии, наверное, рассказал кому-то анекдот. Все мы здесь смотрим телевизор, все сидят, смотрят. Давайте посмотрим, сколько у нас. Блин, только 23%. Долго, очень долго повышается логика. Сидим мы в этом телескопе, бедненький, мне жалко. Вот с утра проснулись, сходили в туалет, покушали и в телескоп. И так будет до конца челленджа, потому что нам осталось только повысить с 8 по 10 уровень. Но это будет происходить, я чувствую, очень долго, потому что только 24%, четверть. И не знаю я, сколько получится серий. Ну, могу предположить, что, наверное, серии 21 или 22 будет длиться психушка. Наверное, где-то так. Потому что за две серии мы точно не успеем поднять логику до максимального уровня. Так что будем наслаждаться нашими симами, смотреть на них и радоваться. Пока еще есть такая возможность. Но, если честно, мне уже хочется побыстрее закончить психушку, чтобы начать какой-нибудь новый челлендж. Да, ну, что-нибудь новенькое. Я уже подумываю над новым челленджем. Не решила, я еще не выбрала, какой будет. Ну, даже, наверное, когда я выберу, я пока подержу это в секрете, когда выберу, не сразу стану говорить. Ну, узнаете сразу, как только закончится психушка. Так, у нас здесь, правда, что столпотворение. Все смотрят телевизор, спортивные новости, болеют, наверное, за какую-то команду. Что у нас здесь показывают? Да, у нас здесь просто спортивные новости, наверное, сводка новостей, как кто-то играет в теннис, да, большой теннис у нас, симский большой теннис, и вот наши персонажи увлечены очень игрой. Джим сидит в компьютере, наверное, флудит, какие-то пакости делает, а что ж иначе, конечно же, пакости. Ничего хорошего в этом компьютере он сделать не может, только нафлудить. Анджелина позанималась спортом и говорит: «Бурхтан, я пришла тебя защищать». А кто на тебя нападает? Кто-то? Ну, на Бурхтана пока никто не нападает, вот, его пока никто не обижает, вот только Лия нападает. Лия нападает у нас на всех. И с таким лицом, как вроде ей что-то должны, такая вот, и говорит: «Бурхтан, давай с тобой перейдем на новый уровень общения. Давай как-то, в общем, станем лучшими друзьями, что ли. Потому что ты вот ко всем относишься одинаково, но ты должен относиться ко мне по-особенному». А Бурхтан ей говорит: «Ты, говорит, еду тогда, что ли, готовь, а тут ты ничего не делаешь». Ну, еду у нас Лия точно не будет готовить, и тем более на всех. Он говорит: «Не, меня такое не устраивает. И вообще от кого-то воняет». А, воняет у нас от этой кучки. Рубчик достигнул 3-го уровня в навыке кулинария и приготовил макароны с сыром. Молодец, сам себе приготовил. Не надо кушать еду, которую готовит тебе Джим, потому что Джим подсыпает всякое снотворное, всякие пургены, чтобы потом посмеяться и позабавиться. Так что лучше готовь себе сам или кушай то, что готовим мы, потому что мы гадость точно не приготовим. Джим поет песенку, да, умоется в душе и затевает очередную подлость. Думает, кому бы еще какую-нибудь гадость сделать. Вайлет пошла вздремнуть, наверное, после сытного обеда. Хотя я не видела, она утром кушала, а потом уже не видела ее с тарелкой. Что-то, наверное, подзабыла, что ли. Она ж вылечивается у нас потихонечку. Может быть, от этого у нее даже немного пропадает аппетит, и она уже не так хочет кушать.
Так, Джем решил что-то приготовить. Думает, наверное, сейчас вот кого-нибудь угощу. Угостишь ты? Разбил. Вот неуклюжий. Взял и разбил целую бутылку. И такой радостный дальше продолжает резать, делает салат. Это он, наверное, хочет кого-то угостить салатом. Вот, и подсыпет какую-нибудь фигню туда, да? Или нет? Посмотрим. Может быть, он сам его съест. Ой-ой-ой-ой, Джим, ты больше пакостей делаешь сам себе, потому что ты то разобьешь что-то, то разольешь, а вот потом будет грязная столешница. Еще одну бутылку разбил. Ну что ты будешь делать? От тебя в нашей психушке одни убытки. Вот смотри, такая вот небольшая тарелка салата и разбил целых две бутылки. Ага, и довольный такой. Ха-ха-ха, я сейчас еще третью разобью и еще что-нибудь вам подолью. И кому-нибудь подсуну этот салат, да? Это вообще салат или нет? Я что-то не поняла, что он готовил, потому что я не помню. Нет, это не салат, это какое-то другое блюдо, но он его решил не доготавливать, потому что салат выглядит не так, там еще есть что-то зелененькое, наверное, огурцы, а здесь, по-моему, только одни томаты он резал и решил, в общем, говорит, не, я пока рубчик здесь находится, готовить не буду, потому что рубчик увидит мой секретный ингредиент, который я добавляю. Вот решил, наверное, он все-таки доготовить, когда все уйдут. У нас вот грязная столешница, я думаю, из-за того, что Джим как раз-таки разбил две бутылки, да, и теперь у нас здесь грязно. Даже Микки обратил внимание и говорит, фу, говорит, кто разлил масло? И сам начал вытирать. Так, что он приготовил? Давайте посмотрим, чипсы, по-моему, с соусом или нет. А, чипсы с соусом, точно. И решил сам съесть. Видимо, не получилось у него добавить какую-то гадость, потому что пришел Микки и нарушил все его планы. Но Джим говорит, тогда я съем сам, а в следующий раз подсыплю чего-нибудь. Наверное, Бурухтану. Бурухтан же боится, что его отравят. Может быть, этот шпион и есть Джим, потому что он злодей и, возможно, замышляет что-то нехорошее. Так, Лея решила приготовить тоже. Ну, Лея у нас хотя бы не неуклюжая, поэтому готовить, я думаю, она будет получше. А Микки вытер столешницу и пошел такой с довольным видом. А, нет, решил подсесть к Джиму и говорит, Джим, почему ты такой неуклюжий? Почему ты все разбиваешь? Почему ты все разбиваешь? А Джим говорит, я с тобой даже разговаривать не хочу, я с тобой даже сидеть не хочу. А сам подсел к нему поближе. И он говорит, ты что ведешь себя как последняя лама? Говорит, нельзя так все, от тебя столько мусора, Джим, ты ж подумай. А я хожу все и убираю. А Джиму говорит, ты, говорит, рот бы свой закрыл, говорит, кричи, что ты кричишь, я делаю, что я хочу. А мы, кстати, снимочек нашли. Давайте его продадим. Картина «Планета животных». Давайте ее продадим. Так, Джим, я смотрю, здесь немножко начал даже кокетничать. Я очень надеюсь, что он кокетничает с Лея, потому что Лея здесь тоже у нас разговаривает, ну, не с Микиш и не с Бурухтаном, а Бурухтан разговаривает вообще сам с собой, да, вот это точно, когда он так делает, это разговор сам с собой. И смотрите, смотрите, Джим и Лея теперь хорошие друзья, вот так. Мне очень интересно будет, когда закончится челлендж, и я наконец-то смогу переключиться на всех симов и посмотреть, у кого какие с кем отношения. Ну, вот я уже вижу, что Лея и Джим хорошие друзья, то есть наши пациенты здесь не просто тут навыки себе повышают, а они и друзей заводят. Правильно, Анжелина? Анжелина, что ты смотришь? Ну, конечно же, она смотрит спортивную передачу. И я смотрю, что кто-то уже пошел спать. Да, именно спать, а не дремать. Это пошел Бурухтан, разговаривает сам с собой. Скоро нам, видимо, придется занять кроватку. И, кстати, все уже плохо. Ой, все плохо. Особенно плохо общение. Но будем сидеть, пока еще, как говорится, нам здесь сидится. 44% у нас логика. Будем дальше повышать. Может быть, хотя бы до 50 дотянем. Я смотрю, что кроватки потихонечку заполняются. Две уже заняты, рубчик он встанет, потому что рубчик улегся дремать. Вот дремать ложатся только днем, то есть обязательно он проснется, потому что вот это вот действие дремать, оно довольно-таки недлительное. Так, нет, все, выходим, выходим, товарищи, мы отсюда. Давайте сходим сразу в туалет и ложимся спать. Вот это вот наша любимая кроватка, мне она так нравится. Ну как, уже привыкли, думаю, будем спать все время в одном месте, если, конечно, наши симы не будут занимать эту кровать. И побыстрее нужно сходить в туалет и сразу же спать, а то мы
останемся без кровати. Уже такое было неоднократно, и ничего хорошего, поверьте, из этого не выходит. Потому что если вот в день, в ночь, когда мы остаемся без кровати, на утро чувствуем себя очень плохо, потому что на стуле очень сложно выспаться, да, и потом потребности очень быстро падают, и сложно их все повысить до нормального настроения, особенно в нашей психушке. Так, Рубчик с Анжелиной о чем-то беседуют. Анжелина, ты сама хоть это приготовила или кто-то тебе сделал? Так, а ну покажи. Так, что это за блюдо? Кто? Лия! Лия приготовила для нашей Анжелины. Смотрите, в последнее время почему-то наши Симы стали готовить и угощать других. Вот Микки готовил для Вайлет, Ле приготовила для Анжелины, и вот сегодня даже Джим приготовил для Рубчика. Правда, он приготовил и подсыпал туда какую-то гадость, но это не важно. Дело в том, что вот видите, наши Симы уже вылечиваются, пациенты, и угощают друг друга едой. Видите, они думают уже не только о себе, думают друг о друге, вот, и готовят друг для дружки. Остается одна кровать, потому что Рубчик проснулся, вот кто-то сюда ляжет. Мне, как всегда, интересно, кто займет последнюю кровать, и сломали унитаз. Но как хорошо, что у нас есть денежка, поэтому мы его обязательно заменим и посмотрим. Наверное, займет... А, нет, не Микки. Микки пошел в тронный зал и не собираются почему-то, не спешат они в кроватку. Я немножко промотаю, чтобы мы увидели, кто все-таки займет это последнее место. В прошлой серии, насколько я помню, не спала у нас Джим, Рубчик, и не спала у нас Вайлет. В этой серии у нас без сна остаются Анжелина, Микки и Лия. Ну, Лия, наверное, будет подкатывать к Микки, а Анжелина, конечно же, всю ночь проведет. Куда пошла? Ну, зачем ты это сделала? Сейчас будет смущение. Ну вот, молодцы, зачем зашла? Анжелина, конечно же, проведет, наверное, за тренажером всю эту ночь, и я почему-то не вижу смущения, наверное, или не произошло смущение, или перебивают его другие мудлеты. Так, все, всем спасибо за внимание. Давайте до следующей серии. Всем спасибо, всем пока.